В Аршалынском районе в рамках проекта «Бақытты отбасы» благотворительным фондом «Асыл Адам» проведена акция «Қайрымды жума». 15 малообеспеченных многодетных семей были обеспечены продуктовыми наборами и медикаментами. Аким Аршалынского района Талгат Мухамбиджанов поблагодарил фонд и всех волонтеров, принявших участие в данной акции. Отметим, что именно в такой непростой период любая поддержка и помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, отражает казахстанский патриотизм и единство всего народа. Добавим, что благотворительный фонд «Асыл Адам» – это общественный фонд, объединяющий людей с четкой гражданской позицией и доброй волей, целью которых является оказание помощи согражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Выражаю огромное спасибо, благодарность вам за помощь. Мы очень рады. Большое спасибо вам.